В маленькой итальянской деревушке Индикатори идет грандиозная работа. Здесь рядом с церковью выкладывают мозаику из керамических плиток. Автор проекта надеется, что ее творение станет самой большой в мире керамической мозаикой. Все началось 9 лет назад. Местный священник попросил художницу Андреину Джорджу Карпентину украсить прилегающую к церкви территорию. Раньше она уже занималась реставрационными работами в местном храме. Я не знала, как ее украсить или улучшить, и обратилась к творчеству Антони Гауди. Представила элементы мозаики храма святого семейства в Барселоне и попросила друга принести мне плитки. Но не те, что использовал Гауди, а простые, выброшенные кем-нибудь. Поначалу работа проводилась на средства отца Санти Кьючоли и художницы Андреины Джорджи. Потом многие местные предприятия и компании начали отдавать ненужные плитки и другие материалы. Помочь энтузиастам решили и художники из других стран. Они узнали о проекте из социальных сетей. Мы думаем, это станет важной вехой в истории мозаики. Но у проекта есть и социальная значимость. Больше всего нас впечатлило отношение сообщества к искусству. Этот социальный мир и кооперация. Все это намного выше искусства и мозаики, поэтому мы тоже захотели участвовать. Сама церковь построена в 60-х годах прошлого века, и у нее нет богатой истории, как у многих итальянских храмов. Но теперь она обретет свои особенные черты. Надеюсь, это станет социальным произведением искусства. В Индикаторе нет общественных пространств, но, думаю, этот проект поможет со временем создать городок, где каждый будет чувствовать себя уютно. Уже сейчас мозаика занимает площадь в 800 квадратных метров. Автор проекта надеется увеличить ее почти в 4 раза, и тогда она станет самой большой на планете мозаикой из керамики. Пока что самая большая керамическая мозаика площадью 1570 квадратных метров выложена на стене в Ханое. Это достижение отмечено в книге рекордов Гиннесса.